Я как раз вспомнил о еще одном герое нашего политического времени. Это Виктор Степанович Черномырдин. Он молодец большой. Тут мне рассказал мой знакомый рассказал. В Украине было очередное какое-то закрытое заседание, посвященное газовому кризису между нашими странами. Черномырдин встал и возмущенно стал критиковать украинцев и сказал такую фразу: «Вы не понимаете! Вы не понимаете! Вы понимаете только когда вынимаете!» Оказалось, деньги из бизнеса, когда вынимаете. Но пока он это объяснил, все были в шоке уже. Он большой молодец, Виктор Степанович. Так что... И, кстати, Черномырдин тут как-то докладывал нашему президенту о ситуации в Украине. Ну, потому что оранжевые революции. Сначала одна, потом другая. А кто, как не Виктор Степанович, может вообще-то объяснить, что же там происходит в сопредельном государстве? И поэтому я решил представить, как это могло бы быть, как Виктор Степанович мог докладывать нашему президенту. Ситуация, конечно, сложная. Сложная ситуация. Их там трое. Вы видели. Трое их. То есть там... Двое там это... Викторы. Значит, один Виктор Янукович. Фамилию сейчас не вспомню. Янука, сын. Виктор Янукович. Они оба такие. Янукович гладкий. Виктор Янукович. Кучма его подослала. Януковича. Кучма подложила, я бы сказал. Кучмочку замедленного действия такой. В виде Януковича. С другой стороны, Виктор Ющенко. Сушами отравленный. Ел суши и... Результат на лицо. Тоже мне. Ты хохол, жри галушки, какие суши, что ты выпендриваешь? Ну какие суши в Украине там? Между Череповцом. Нет, Череповец это у нас. Ну тоже какие-то серкасы, Чебоксары тоже никто. Челны там. Тоже у нас где-то сплошные татары. То есть он ехал, остановился сушу поесть. Конечно, готовились они долго, эти на хуторе там хохлушки катали на коленях эти роллы калифорнийские. 5 суток катали. Конечно, подоспели роллы. Кто его травить-то собирался? Роллы еще проскочили, ну круглые, а суши, конечно, немного... Немного все это на лицо, так сказать. То есть у Ющенко. Потом с ним это все... С кренделями на голове, это как ее... Вечная спутница Шрека. Тоже как заплетет эти хлебобулочные изделия. Я думал, это волосы, это мозг вылез уже. Все. В думах о родине. То есть вот их трое было. Янукович, ну, чтобы так подытожить, что я сказал. Янукович, Кучмой подложенный. Ющенко, сушей отравленный. И это принцесса Фиона, политический украинец. Ну и все хотят в одну Кучму.
там, где Кучма была, собственно. То есть, что, резиновое вам место вообще. Этот Виктор хочет туда, этот Виктор хочет тоже. Я тоже Виктор, я тоже хочу. Я что, свои хотелки так выставляю на показ? Ну вот показ. Спасибо, конечно, Украине не дает соскучиться. Я как не приеду, вот в марте были гастроли у меня по Украине. За неделю до этого Тимошенко во главе со своим, ну, вместе со своим политическим блоком БЮТ вырубила все электричество в Верховной Раде. Оказывается, почему? Потому что депутаты, видите ли, не в полном составе ходили, и один депутат приходит и за целую фракцию бегает на кнопки, жмет, голосует. И она вырубила все. Только руками можно было голосовать. Окружили рубильник, не дают никому подойти. И самое смешное, что при этом Верховная Рада продолжала заседать. Картина такая, пока с новости, значит, полная темнота. Такие только вспышки какие-то мобильных телефонов. И стоит коммунист Адам Мартынюк. Есть у них такой. Он и так симпатичный. А тут еще на трибуне стоит снизу свечами подсвеченный. Восставший из ада, честное слово. Не, ну Тимошенко, она вообще не может в мирных условиях существовать. Она как ветеран локальной войны с ограниченным контингентом, постоянно ищет баррикады, куда-то выйти, забаррикадироваться, призвать всех, либо окружить администрацию президента, либо потом Верховную Раду, либо то и другое. Я как не включу новости, она там: «Мы прийдем до администрации президента и обережно, чтоб ничего там на перших парах не зламати, от точимо її з усіх сторін і будемо там спілкуватися та радитися. Або вони здадуться самостійно і мирно, або ми попросимо їх це зробити. Наша незалежність, це наша незалежність». Ранений буревестник революції, чесно сказав. І от вона покричить ранений чайкою над Майданом. І тут же показує реакцію Януковича. «Ми партія регіонів, не будемо піддаватися на такі провокації. И между ними сидит Ющенко, ему хорошо, он рушниками обложился. Его волнует только два вопроса. Первый – это судьба украинского казачества. И второй – есть ли казаки на Марсе. Все. А сейчас еще украинские археологи обнаружили древнюю цивилизацию укров. Ну, так назвали. Где-то на территории Западной Украины. И они Ющенко и всем остальным доказали, что первыми на земле были хохлы. То есть еще до того, как Адам и Ева сорвали запретный плод, мы голос Гали уже резали шматами сала и беды не знали. Знаю очень давно.